Белое шелковое платье периода 40-х годов находится сразу при входе в выставочный павильон «Оружие подвига». Как считают специалисты, оно сшито из парашютного шелка. С началом войны встал вопрос дефицита материалов, особенно шелка. Он считался стратегическим материалом. Из него изготавливали военные парашюты. Приходилось проявлять изобретательность в создании нарядов. В военные годы сразу после окончания войны это считалось престижным – сшить платье из парашюта, желательно сбитого летчика. Есть информация о том, что многие солдаты, возвращаясь домой, привозили с собой парашюты и дарили своим невестам для пошива платья. Как следствие экономии, в 40-е годы в моду вошли белые воротнички и манжеты. Туфли 40-х годов для удобства, как правило, были на низком каблуке с круглым носком и ремешком.